Я все придумал. Просто возьми паспорт, да? Ты что, на мальчишник 100 тысяч потратил? Завтра ты будешь моей женой. Ты считала счет? Ну, посчитай, 400 ресторан, 10 сотка. Я Сереге 1500 занял. Остается 98 500. Здесь будешь жить. С русской бабой на русской земле, Демьяша. За любовь, сынок, надо бороться, потому что мы мужики, да? Су-су-су! Дорогие выпускники, родители и учителя, из стен нашей школы выходят только прекрасные люди. Сейчас разберемся. Вера Викторовна, вот нашел лавницу, наверное, дети спрятали. Ты не хочешь частушки спеть, а? Я с коррупционерами не пою. Маша, ты можешь голой танцевать? Пошли вы. Нам это вообще-то в Москву отсылать. Так, 11-й А. Нам придется пойти на крайние меры. Дискотеки не будет. Что вы за поколение такое, а? За любовь надо бороться. Да, пап? Да. Александр, вы любите вино? Жопы, 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 сто жоп, жопы, жопы. А вы это будете сейчас петь? Не, сейчас попсу для быдлоты, они это не поймут.